Всем привет! Итак, продолжаем, ну и заканчиваем тему с модами. Почему заканчиваем? Потому что банально нет времени. Очень долго нужно, точнее, очень много нужно времени, чтобы во всем этом разбираться. Тем более документации как таковой особо нету. Вот, к примеру, я тут нашел обновленную документацию. Так, сейчас, обновленную. Ну, тут добавлены новые классы, но как бы по функциям, что они делают, для чего и все такое, ничего нету. Соответственно, нужно рыть по другим модам, по форумам, короче, это очень долго. И сегодня, ну, сегодня я просто покажу то, что я начал делать и не доделал, в силу того, что просто нету времени. Я сделал один... Так, что я сделал? Вот, генератор. Я стырил пример у этого, блин. Ну, популярный мод. Какой-то там, гидрокрафт, вот. Так вот, добавляется генератор админа, но он как-то работает плохо. Дальше тут парочку переводов. Для того, чтобы на русском языке, к примеру, предметы можно было сортировать по каким-то там... группам. Ну, это все сейчас увидите. То есть здесь немного изменений, но тем не менее не есть. И вот на этом я хочу закончить, потому что как бы и видео особой популярностью не пользуется. Ну и на это нужно очень много времени. Итак, первое. Первое по поводу рецептов. Вот у меня есть рецепт, который создает, точнее у меня есть итем, предмет админ генератор. Вот он есть. Вот это resize world icon. Это у нас есть иконочка для вот иконочка для нашего генератора. Соответственно, это типа, я так понимаю, ну увеличение. В сколько раз его надо увеличивать эту иконочку, если этот предмет будет лежать, ну, в мире, да, не в рюкзаке у нас, а в мире. Соответственно, в два раза. Ну сейчас увидим. Дальше. И дальше у меня рецепт для создания этого генератора. Так вот, что тут есть? Первое, смотрите, skill required. Это что требуется для создания генератора. Для генератора нужен skill электричества с минимальным значением 1. Дальше. Дальше. Админ генератор. Это не создание генератора, это его установка. Вот. Потому что нужно по-хорошему еще рецепт, который будет создавать. Его назвать, к примеру, create админ генератор. Ну, создать, да, там. Так вот, для того, чтобы установить на пол, нужен генератор админа. Также нужно держать админский топор. Так, это need to be learned означает, что должен ли рецепт быть изученным. То есть, если он должен быть, значит, где-то должна быть какая-то книга. Вот. Но в данном случае его изучать не надо, поэтому я установил в false. Дальше. Can be done from floors. Типа, может ли быть floors, это на полу установлено, я так понимаю. Что, не помню. На всякий случай false. Дальше. Какой результат? Смотрите, для того, чтобы установить этот генератор, нужно держать админский топор, иметь в наличии генератор админа, ну и там электричество один и все такое. В результате мы получаем, у нас в инвентаре остается админ, ну топор админа. Дальше. Время на создание 50. Категория электричество. OnCreate. OnCreate это функция, которая должна вызываться. В данном случае она называется CPP просто setAdminGen. Она у меня лежит вот здесь, админ генератор Lua. То есть потом позже я покажу всю эту структуру, как она валяется. Так вот, смотрите, вот функция CPP просто setAdminGen. Давайте еще раз, генератор. Вот она, да? То есть при создании вызывается эта функция. В этой функции мы уже делаем все, что нам надо. Так вот, я смотрю, если у меня есть, ну, пробегаясь по
инвентарю и нахожу там предмет админ-генератор. Так вот, если он есть, ну это стырено у гидрокрафта. Так вот, если он есть, я делаю вот так вот. Устанавливаю емкость, точнее заполняю его на 100, состояние 100, он активирован, он подключен. То есть, если я устанавливаю, то все в округе предметы типа к нему подключены. Ну и set surrounding electricity, это у нас как бы говорит питать округу. Насколько большая эта округа, я не знаю. Но фишка в чем? Я могу поставить этот генератор, и оно работает. Потом я могу уйти куда-то, где-то пошариться, прийти, а он уже не работает, он уже все как бы. Хотя вот это я стырил, был генератор, электрический типа генератор у гидрокрафта. То ли от солнечных батарей, что-то такое. Ну и как бы, я не знаю, не работает у меня. Потому что там по факту эти электропанели у гидрокрафта должны все время работать. Ну, пока есть солнце, да. Но они не работают. Не знаю, возможно, надо было стырить пример электрической панели или еще что-нибудь. Короче, нету просто времени, поэтому вы можете поразбираться. Так вот, вот так вот мы создаем. То есть мы устанавливаем все характеристики. А какие характеристики у этого объекта, ISO-генератор? Вот я вам показал. Это уже как бы обновленная, я нашел обновленную типа вики, не вики, а документацию. И вот есть класс ISO-генератор. Соответственно, вот у него есть какие-то там функции. Функции. Где тут? Вот. Set activated, condition, connected, full, там еще что-нибудь. Есть. Дальше. По поводу рецептов. Это установка, но не создание админского генератора. Точно так же можно, к примеру, посоздавать рецепты по созданию админского топора. Ну, к примеру, там у меня же админский топор, он крутой топор, он бьет всех в округе. Вот. Так вот, можно было бы создать рецепт прямо вот здесь, ну, чтобы не раскидывать по файлам. И, к примеру, для создания админского топора нужно 100 обычных топоров. Ну, к примеру. Этим можете поиграться. Далее, по починке предметов рецепты аналогичны, но я их не делал. Вы об этих рецептах можете познакомиться вот здесь. Сейчас я покажу, где. Так, а где у меня? А, вот. Не вот. Где-то была ссылка. Где-то. Куда я ее впихнул? Это ISO-генератор. А, вот. Короче, сейчас мы дойдем до этой ссылки, да. Кроме всего прочего, в репозитории, где будет лежать вот это Modding of Games и Project Zomboid, будет такой файлик. Item Description. И в нем, в начале файлика, вот такая вот ссылка. Ссылка вот на вот этот форум, на вот этот топик. А вот как раз с этого топика я взял, ну, описание всех предметов. Ну, это описание всех предметов на какой-то там релиз был. Так вот, вот эти все описания предметов как раз нужны, ну, для понимания, да. Даже не то, что для понимания, а для создания своих предметов. Ну, к примеру, там, предметы, тип, normal. Вот давайте возьмем мой type. Вот, видите, type, weapon. Оружие. Я здесь начал переводить, но я перевел не все. Просто потому, что нету времени. Поэтому, если у кого-то будет желание, можете допереводить и в эту информацию впихнуть, создать страничку в зомби-вики. Есть вики-зомби, вы о ней уже знаете, я где-то ссылочки бросал. Поэтому там можно внести свой вклад, да, в перевод. Так вот, к примеру, по предметам. Тип. Какие типы предметов могут быть? Дальше. Вес, там, отображаемое имя, use delta. Что это такое? Это определяет количество использований предметов, который имеет тип drainable. Drainable — это типа предметы, там где-то тут написано drainable, который имеет определенное количество использований. Например, батарейка, краска, уголь и так далее, и так далее. Так вот здесь описание предметов. Точно так же здесь описание и по
там, по-моему, рецептам и по всем остальным. То есть, грубо говоря, там идут описания, ну, не каждого, но большинства вот этих вот свойств. Что они означают и все такое. То же самое и вот, когда вы будете, к примеру, свои рецепты создавать, то там вы найдете полезную информацию. Кроме всего прочего, они еще рекомендуют, сейчас тут сервер, залезть в игру. Ну вот, к примеру, также посмотрите рецепты TXT для примера. Как создавать рецепты и все такое. Так вот, кроме всего прочего, к примеру, по рецептам, когда мы создаем, давайте вот я, onCreate, да, вызывается наша функция. Я могу указать, какую функцию. Ну, в этой функции, я думаю, вы поняли, мы можем создать объект, мы можем что-то еще там понаделывать, ну, кучу всего. Так вот, кроме всего прочего, можно onGiveXP. Что это такое? Это функция, которая вызывает некую lua-функцию, и в которой вы там можете добавить персонажу какое-то количество опыта. Ну, за создание рецепта, да? Если чем больше он создает каких-то вещей, тем больше он получает какого-то опыта. Так вот, всякие вот эти примеры можно понаходить вот там, где валяется игра, медиа, луа, сервер и рецепт код луа. Вот. Ну и где-то еще понаходить вот рецепты TXT. Вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Вот здесь по рецептам и по рецептам, которые от фиксинг, да, которые исправляют предметы, написано, ну, как бы название такое же, как и имя рецепта. А вот, ну и так далее, тут что-то вон описано. Фиксер, что там надо для исправления, item ID какие, короче, я не разбирался. Но я не думаю, что сложно разобраться, потому что очень много всяких модов, особенно по примеру гидрокрафта. Там очень много всего. Соответственно, можно брать и оттуда копировать. Дальше. Смотрите, что еще. Категория. Дисплей категории. У каждого предмета может быть своя какая-то категория. Категория, вот, к примеру, у оружия я тут добавил. Дисплей категории admin items. У генератора точно так же admin items. Но это удобно по категориям там сортировать. Так вот, это все должно быть, вот категории должны обязательно иметь файлик с переводом. В данном случае он должен называться вот так вот. IJUI подчеркивание EN. Вот здесь у меня точно так же осталось, потому что это был копипаст. Но дело в том, что работает. Сейчас мы дойдем до этого. Так вот, смотрите. Item cut. Вот так вот даже. Это типа должно быть обязательно. А дальше ваша категория. Давайте перейдем в Weapons. Вот он. Admin Items. Как вы видите, Admin Items. А это. Но это для категорий. Для предметов там какие-то другие файлики есть. То же самое, ну, это все вы можете опять-таки посмотреть в Гидрокрафте. Теперь смотрим тут. Как мы видим, здесь белиберда какая-то. По поводу вот этой белиберды. Для русского языка, ну я не знаю, тут должно быть по идее ru написано, но оно и так работает. Так вот, для русского языка должна быть кодировка в то ли Windows, в этом, сейчас покажу вам, то ли Windows 1251, то ли Windows 1252. Дело в том, что Jenny, вот этот редактор, он что-то, ну, не раздупляется. Если я переключаю кодировку, все равно такая белиберда. Поэтому я открыл это в Notepad. Вот есть порт. Ну, не порт, это под Вайном запущен. Notepad. И как мы видим, все тут по-хорошему. Ну, все здесь отображается. Notepad очень хороший редактор. Он много чего умеет. И в плане с кодировками он быстро раздупляется, что за кодировка. Так вот, то ли 1251, то ли 1252. То есть, если вы где-то промахнетесь, это будет, ну, не та кодировка, вы это увидите в игре. Есть. Так, по поводу новой документации сказал. По поводу этого сказал. Дальше, по поводу структуры. Ну, давайте посмотрим. Есть папочка медиа. В папочке медиа лежит Lua. В Lua client. И в клиенте вы можете посоздавать кучу своих директорий. В данном случае generators, это все, что касается генераторов, ну там скриптов, дальше, ну там зомбо-карта какая-то и т.д. и т.п. С этим, я думаю, проблемы нет. Shared. Что в Shared? В Shared валяются транслейты. Вот как оно должно называться.
ij_ui_ru, а тут ij_ui_english. Ну и в разных папках оно должно быть. Соответственно, в зависимости, какой язык вы выбрали, то вы и получите. Понятно. Дальше, скрипты. По поводу скриптов. Вот где валяются скрипты. Скрипты — это имеется в виду описание предметов. Вот у меня есть еще один предмет, я его тоже откуда-то стырил. Этот предмет просто добавляет вот такой вес, да, вес предмета минус, и там девятки идут. Для чего это сделано? Для того, чтобы я мог носить у себя в рюкзаке тонны мусора и полезных вещей. При старте игры, я этот предмет смотрю, есть ли он в инвентаре, если его нету, я его добавляю и устанавливаю максимальный вес, там тоже в девятке. Ну, короче, все это в сумме дает мне возможность носить очень много вещей, потому что, как вы помните, один раз у меня было... Я мог тягать тяжелые вещи, но их количество было ограничено. Теперь их количество не ограничено. Теперь давайте посмотрим на наш админский генератор. Так, что... Так, вот смотрите. Админ X. Как вы видите, админские штучки я назвал. То есть я могу отсортировать. И вот у меня есть сломанный топор выкинуть. И есть генератор. И админский топор. Теперь я могу его установить. Давайте перейдем в электрика. И как мы видим, плагин админ генератор. Ну, я думаю, вы понимаете, для этого нужно сделать перевод, чтобы на русском языке было на русском. Теперь смотрите, что требуется. Для этого требуется электрик 1, требуемое время 50. И что нужно? Нужно, чтобы у тебя был топор и админский генератор. Что вот здесь в рецепте мы и задали. Теперь, ну, как я сказал, работает кривовато. Он работает, потом я где-то похожу, пройду, и все, он никакой энергии не дает. Теперь смотрите, правой кнопкой, ну, тут тоже подтягиваются рецепты, и мы можем плагин админ генератор. Давайте установим ее. Вот мы установили. Как вы видите, иконочка в два раза больше, чем была здесь. То есть это задается вот этим параметром. То есть Resize World Icon. Да, это то, что будет в мире валяться. И вот теперь по факту есть у нас этот генератор админа. Есть. Так, сейчас я проверю. Йол, не понял. А что такое? У меня тут просто зомби были в загоне. А что, они мертвые? Или они спят? А зомби могут спать? Блин. Я загон построил для зомби. Блин. Ладно, не будем это. Построил, хотел сделать, чтобы у меня было несколько, ну, загонов, знаете, там зомби были. Потом людей водить, ну, как в зоопарк, знаете. Приходят люди, смотрят, там зомби ходят. Они откинулись. Ну, померли, походу. Ладно. Так вот. Вот мой, да, вот этот генератор. Я просто взял генератор, иконочку. Накинул на нее иконочку, типа, радиация. Ну, и, типа, админский генератор. Возможно, для себя я буду что-то подделывать в рецептах. Но маловероятно. Маловероятно. Потому что и так хватает модов. Ну, конечно, есть желание, было бы желание, если бы было бы время, сделать что-нибудь прикольное, там какие-то турели автоматические, еще что-нибудь, ну, то есть подобавлять еще предметов, но, может быть, кто-то из вас это сделает. Если кто-то из вас это сделает, бросайте ссылки на ваши моды. Либо их можно, я так понимаю, добавить, вот там есть воркшоп. Вот тут воркшоп. И народ туда что-то добавляет. Вот мастерская как-то туда добавляет. Ну, вроде бы все. Поэтому в ближайшее время точно не будет никаких видео по этой теме. Потому что нету времени. Возможно, когда-нибудь тема эта будет популярна. Да, настолько, что очень популярна.
то, возможно, что-то и буду. Но в любом случае хорошо, что есть уже один раздел с модами для игр. Это подразумевает, что, возможно, будут еще какие-то разделы по каким-то другим играм. Ну, может быть, в следующей жизни. Не знаю, посмотрим. Ну, а на сегодня все. Ну, это все, понятное дело, валяется на GitHub у меня, в репозитории Modding Games. Где она? Вот. Modding of Games. И так далее, и тому подобное. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.